Всем привет, я снова в фикс-прайсе, адрес магазина Уральская, 59. Новинок много. Товары действительно интересные, полезные, некоторые я вижу впервые, я имею в виду не цикличные, появилась новая коллекция. Сейчас пройдемся и посмотрим, оценим, стоит покупать или нет. Всем приятного просмотра. Из новой коллекции набор подставок под чашку, он сделан из МДФ, пробка с другой стороны и сверху ламинационная бумага. Нужно будет хорошо протирать, чтобы не оставалось влага и не появилась плесень. Еще один набор, другие дизайны. Давайте познакомимся с новой коллекцией подставки по чашку. Солонка, слатник, салфетка на стол, кружка, блюдо и кружка с трубочкой. Салфетка на стол 30 см, сделана из джутовой веревки и нетканного волокна. 249 рублей. Колючая. Классная кружка с трубочками. Я раньше болела такими кружками, у меня их много. Но первые, которые продавались в фикс-прайсе, были с хорошими крышками, они не ржавели. А следующие уже были хуже. Здесь указано, что жесть, сама емкость стеклянная и трубочка пластик. Симпатичные. 149 рублей. Огромная кружка, на выбор два варианта. Есть матовый с глянцевым покрытием. В данном случае глянец. Вкрапление, вкрапление еле заметное. Фарфор 600 мл, 149 рублей. Розовый цвет, здесь тоже розовый, но немного темнее. И белое с вкраплениями. Мне кажется, лучше всех смотрится. И внутренняя сторона цветная. Салфетки на стол, тоже новая коллекция. Они изготовлены из пластика, полипропилен. 49 на 36 см, 99 рублей. Синий орнамент, орнамент одинаковый. Эти салфетки немного больше понравились. Сверху пробка. Размер 45 на 30. И с другой стороны ПВХ. Может быть и к лучшему, что ПВХ. Протирать будете, и плесень не заведется. Прошлые пробковые салфетки у меня все расклеились. Но смотрятся симпатично. 149 рублей. Керамический складной нож, длина 19 см. Ручки разных цветов, стоят 99 рублей. И видели еще розовый цвет. Контейнер рассчитан на 12 яиц, диаметр 22 см и высота 7 см. Сделан из пластика полистирол. 299 рублей. На мой взгляд, круглая форма не самая удобная для холодильника. Лучше прямоугольник покупать. Но может кому-то понравится. Салатник объем 650 мл, толстенький, написано, что изготовлен из керамики. Цена 99 рублей. Это, конечно, не новинка, такие тарелки раньше продавались. Объем 420 мл, 79 рублей, опаловое стекло. Но я помню, что подписчики охотились, не все успели купить и, возможно, кого-то заинтересует. Пока много. Маленькая упаковка кофе, черная карта, 36 граммов, 69 рублей. Нужна карта фикс-прайса. Итальянский пай с начинкой лимон, вес 400 граммов, 149 рублей. Разные вкусы, можно взять с вишней и черникой. Мука лимона, наполнитель, патока, фруктоза, цедра лимона, стабилизатор пектин, кислота лимона, цитрат натрия, ароматизаторы, консервант сорбат калия. Газированная вода Дюшес, объем 1,4 литра, 55 рублей. В составе концентрированный яблочный сок, лимонная кислота и есть подсластители. Упаковка конфет Баунти, 6 штучек по 30 граммов, 99 рублей. Навесной держатель кухонный, размер 26 на 16 и высота почти 8 сантиметров. Крючки с двух сторон, углеродистая сталь. Коробка для хранения, материал текстилен, нержавеющая сталь. И полиуретан. Необычно смотрится, прекрасно держит форму, разгибаете и не сминается. Это новая коллекция, также есть синий цвет. Цена 299 рублей. На этикетке размер не указан, мы измерили размер примерно 21, высота 13. Пакеты для замораживания, разные объемы, 1 литр, 35 штучек, 3 литра, 33 и 5 литров, 18 штук. 149 рублей. Разделочная доска, размер 28 на 20 сантиметров, толстая, бамбук и силикон. Цена 249. Присмотрелась и не отличается от тех, которые раньше продавались. Форма другая.
Контейнер для холодильника, удобная вытянутая форма, пластик, полипропилен, тоненький. Цена 59 рублей. Цвета разные. Большой контейнер, объем 6 литров. Возникает вопрос, где его использовать. Можно взять на шашлыки, положить заготовки. 199 рублей. Но пластик тонкий, крышка не герметичная. На выбор зеленый, бирюзовый цвет и желтый. Блокнот на пружине, 5 формат, 72 листа. Цена 59 рублей. Доброта – твой самый яркий свет. Да, все с надписями, и они приурочены к 15-летию фикс прайса. Голубая клетка и еще один вариант. Все получится. Юбилейный значок, круглая форма и звездочка. Все с голографическим эффектом. Ну, наверное, через камеру не совсем заметно. Тоже к 15-летию, цена 59 рублей. Также есть юбилейный магнит. Наверное, такие магниты купят самые преданные поклонники фикс-прайса. С надписями. Каждый идет к своей мечте, и у каждого свой путь. Мы давно вместе. Тоже 59 рублей. Также на этом стенде вывесили сумки, но мы их уже снимали. Обычные, сделанные из хлопка, 199 рублей. Такие же надписи, все получится. Подарочный пакет, надпись на английском «Для тебя». Цена 68 рублей. Это цена со скидкой по карте фикс-прайса. Летнее одеяло спанбонд, наполнитель синтетика, производитель город Иваново, размер 140 на 210 сантиметров. Скорее всего, это дачный вариант, очень простенькая, тоненькая. Оверлочная строчка по краям. Полотенце из аргошки, размер 30 на 65 сантиметров, 59 рублей. Антимоскитная лампа с кабелем USB, длина кабеля 80 сантиметров, 6 ламп. Срок службы 2 года. 299 рублей. Так выглядит лампа, матовый пластик. Она рассчитана на площадь не более 15 квадратных метров. Приманивает комаров светом и затягивает потоком воздуха внутрь ловушки. Интересно. Чтобы очистить от насекомых, они будут здесь, нужно повернуть основание лампы против часовой стрелки. Вытряхиваете, и все, лампа чистая. Клей ПВХ для ремонта ПВХ изделий. 15 мл, цена 149. Клей поставили где отдел с инструментами. Ищите там. Клавиатура, все продаются черного цвета. Я покупала больше года назад. У меня сейчас сломалась, дорогая, и использую эту. Клавиши, конечно, цокают. Очень шумные. Работает от USB кабеля. И стоит 299 рублей. Нет, цена повысилась, 349 рублей. Если вам нужно в офис, то можно взять. Во всяком случае, прослужит дольше, чем указано на этикетке. Новая корзинка для хранения, размер 27 на 21 см и высота 10. Смотрите, с одной стороны бортик короче, а с другой длиннее, с двумя ручками. К сожалению, стоимость не подскажу, пока не пробивается на кассе, но примерно 149 рублей. В IKEA, похоже, продавались. Размер, правда, больше, я не тоньше. Два цвета. Губки для тела называются Тонус. 39,50. Оранжевый, желтенький, фиолетовый. Одна сторона более жесткая, вторая мягкая. Салфетка для пола, размер 50 на 60 сантиметров, микрофибра. Не оставляет царапин, разводов и ворсинок. Цена 149 рублей. На выбор зеленый, поярче, посветлее, серенький, голубые. Набор салфеток из микрофибры, размер 30 на 30, 3 штучки. Три разных цвета, белый, ярко-желтый, 55 рублей. Пластиковые прищепки, называются лапочка, 12 штук, 79 рублей, разноцветные. Ассортимент прокладок изменился, появились новые марки. Ола, по-моему, раньше была 68 рублей со скидкой. Новые из Турции 149 рублей, 10 штучек. И это тоже новинки, 149 рублей. Ультра 5 капель, 7 штук. 8 штук, 4 капли, 10 штук, 3 капли. Еще одни ночные, написано максимум. 7 штучек, 149 рублей. Но все, цена 149. Это ежедневные.
Освежитель воздуха «Симфония» с новым ароматом. Цветочный аромат 300 мл, 79 рублей. Гель для стирки подходит для черного и цветного белья. 1,5 литра объем со скидкой 127 рублей. Состав менее 15% анионы, ПАВ менее 5 ненагены, хлорид натрия, краситель, консервант, силикончик, парфюмерная композиция. Состав не отличается от других подобных средств в фикс-прайсе. Выбирайте, чтобы был густой и, конечно же, по аромату. Еще одно средство для стирки, тоже бюджетная упаковка, очень легко сгибается, 199 рублей. Здесь объем 1 литр. Краситель поменяли, одушка другая. Я была права, состав не отличается, может быть разные анионные ПАВ. Но в целом то же самое. Средство для стирки 2 литра, 149 рублей. Самый выгодный объем. Для темного и цветного белья. Это средство намного мягче, потому что анионных ПАВ менее 5%. Детских обычно можно встретить 2 и максимум 5. Туалетное мыло 180 граммов, ароматерапия. Чувственный аромат французской клубники. Весенний аромат согретой солнцем зелени. Легкий аромат заснеженных альпийских вершин. 79 рублей. Состав хороший, первые компоненты натуральные, безопасные. Без пропилена гликоля обошлось, но положили диоксид титана. Я считаю, что мыле можно на него не обращать внимания. Одушки натуральные, лимонник. Ванна оригинальное мыло, вес 180 граммов. Цена? 55. Состав особо не отличается от предыдущего мыла. Тоже есть диоксид титана и в середине списка вижу глину. Детское мыло на травах, возраст 0+. 4 штуки по 70 граммов. 149 рублей и со скидкой по карте 127 рублей. Акция сейчас. И снова тот случай, когда лучше смотреть состав, потому что малыши восприимчивы к различным компонентам. В конце списка вижу сильный консервант риталинамин, считается аллергеном. Единственный плюс, здесь нет сильных одушек. Лучше для малышей взять мыло Биомио, гипоаллергенное, точно. Снова появились восковые полоски для депиляции для чувствительной кожи. 20 полосок, марка Лорисан, 99 рублей. Гель для душа Палмолив, объем 250 мл с экстрактом сандалового дерева и лаванды. И второй с экстрактом ежевики и орхидеи. 149 рублей. На первом месте стоит Лауре, далее содиум хлорид, бетаин, более щадящий ПАВ. К сожалению, положили кокамедмей. Кокамедмей не сильно отличается от кокамедей, который запрещен в США, является канцерогеном. Бисульфатный шампунь, объем 300 мл. Написано 0% силиконов, парабенов, сульфатов, марка Флоресан. Экстракт грейпфрута. 79 рублей. Начало многообещающее, на первом месте щадящий ПАВ, депантенол, экстракты, но, к сожалению, в середине списка вижу кокамедея. Шампунь для волос с пантенол, мягко очищает, возвращает волосам блеск, улучшает состояние волос, кожи, головы. Я надписям никогда не верю, 149 рублей. Невская косметика производит. Первым стоит аммониум лаурил сульфат, кстати, у Невской косметики всегда этот компонент один из первых моющих средств. Кокамедея, бетаин, пантенол и консервант аллергены. Мне кажется, самый худший шампунь из всех представленных. Книги с твердой обложкой. Первая стоит 199, остальные 299. Это правда с мягкой, но цена такая же. Отмечу, что книги в нашем магазине раскупают очень быстро. Так что, если заинтересовали, то успевайте. Маленький 99. Еще нашла, они стоят 149. На этом обзор завершаю. Уверена, что многие заметили, что у меня изменился голос. Я болела целую неделю, поэтому немного сел. Но сейчас уже все отлично. На этом с вами прощаюсь. Не забывайте подписываться на другие мои соцсети. Всем пока!